Свой юбилей, пусть и не такой большой, вместе с Юргу отмечает и выставочный зал искусств. 15 лет назад он распахнул свои двери для посетителей. Новая экспозиция, сохраняя искусство, стала своеобразным подарком на два юбилея. На выставке представлены произведения южноуральских художников. Все работы живописцев собирались долгие годы. Все, что за 15 лет создалось в зале, а он превратился в музей, потому что сформировалась коллекция. За 15 лет, ну, уже более 800 произведений. И вот те, которые действительно очень яркие, красочные, живопись, мы представили как раз для того, чтобы как бы преподнести этот дар нашему родному университету. Особое внимание было обращено на работу Валентина Качалова «Карьер». В 2003 году автор подарил эту картину университету, и именно с нее начал формироваться художественный музей ЮРГУ. Организаторами выставки стали научно-образовательный центр «Актуальные проблемы истории и теории культуры», художественный музей ЮРГУ и кафедра теологии, культуры и искусства. Ее преподаватели подготовили каталог работ художников и истории создания картин. Мне очень понравилась выставка, очень цельная, красивая, качественная. Очень люблю этих художников, то есть отслеживаю судьбу их работ. И мне очень приятно, что мы юбилей нашего замечательного ЮРГУ открыли такую хорошую, качественную выставку. С днем рождения зал искусств поздравил ректор Южноуральского государственного университета Александр Шестаков. Он пожелал юбилярам успехов, а также сообщил, что в скором времени зал искусств будет расширяться. Дорогие друзья, примите поздравления с юбилеем, 75-летним юбилеем нашего университета, с 15-летием замечательного зала искусств. Я хочу пожелать вам доброго здоровья, больших творческих успехов, развития этого зала искусств на среднесрочную дальнейшую перспективу. Южноуральский государственный университет будет всячески этому способствовать. На выставке представлено 34 картины более 15 художников. Экспозиция «Сохраняя искусство» продлится до 1 февраля.